Из-за долгов по заработной плате прокуратура потребовала отстранить от должности директора ООО «Сфера Трейдинг». Руководитель был дисквалифицирован. Правда, с финансовыми трудностями предприятие так и не справилось. По данным прокуратуры, предприятие не выплачивало зарплату больше года. Задолженность не погашена до сих пор. Общая сумма превысила 1 миллион рублей. Сейчас, по сведениям Госинспекции труда, в «Сфера Трейдинг» начата процедура банкротства. Подготовлен график погашения задолженности по заработной плате. Во время совещания в мэрии начальник отдела Госинспекции также затронул проблему производственного травматизма. Почти 30% или 9 случаев из 31 данной категории зафиксированы в различных заводах подразделения ПАО «КамАЗ». При этом на кузнечном и литейном заводе зафиксированы они неоднократно. Сотрудники Госинспекции труда подытожили, в прошлом году на челнинских предприятиях произошел 31 несчастный случай с тяжелыми последствиями. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».